Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. Основные требования конкурса – рост, яркая внешность, стройная фигура, а также владение родным языком. На отборочном туре в нашем городе члены жюри отдали предпочтение двум студенткам БАШ-ГУ – Ирине Ликбаевой и Дине Ахмадисавиевой. Обе приняли участие уже в отборочном туре в Уфе, но удача улыбнулась лишь одной из них. Жесткий отбор выдержала уроженка деревни Биктова Дюртюлинского района Дина Ахмадисавиева. Еще в Нефтекамске она покорила жюри своей статной фигурой, восточным танцем и красивым пением. Дина примет участие в финале «Халукай-2013». Конкурс запланирован на 6 марта. Он пройдет в Уфимском дворце культуры «Нефтяник».